Вот такой крутой джонсчик под названием Гиро. Видите, вот такая беда. Вскрываем. Здесь уже магнитные отвертки, увы, не нужны, так как они вытягивают головки и не дают открутить нормальные винты. Глубокие очень пазы винты. Вот так вот опускаем отвертчик, делаем паз, прижимаем пальцем и за самым пальчиком. Вот в этом хитрость разборки в домашних условиях. Третий. Здесь опять глубокий петай. Четвертый. Здесь вроде нет винтика. Есть. Есть. Сразу. То есть вот эту крышечку с кабеля тоже надо снять. Так, теперь половину. Для этого берем плоскую отвертку. И что мы видим? Что рычажок нормально висит, а этот у нас обломался. Да? Просто обломался. Вот он. Вот так.
Значит, принцип ремонта следующий. Берете проволочку, показывать не буду, потому что сейчас паяльника нет. Нагреваете паяльником, втыкаете, вплавляете сюда и сюда. Все, ремонт закончен. Вот такой вот инфракрасный пульт. SMLBH. Вот и все. Сборка, как говорится, в обратном порядке.